Это шумно немножко. Вот. Сидел в тишине, надел наушники, и как-то шумно здесь получается. Дверька просто исчезла. Походу переоделся. Точно не помню, вроде в кепке стоял. Патч 2.5. Вообще дверь не открыл. Заклинил его на пол дороги. Нифига не работает. Вот народу-то сколько. Манекен раздел. Примерил. Сколько у меня? Меня 1700. Еще одна комнатка. У меня по идее вот такой вот. А нет, чуть другой. Хватит прыгать. Фиолетовый. Вот здесь позолоченный. Прикольный. 7000. Яков. Надо зарабатывать. Вот дверька открылась. Наконец-то ушел этот вот тык-тык-тык-тык. Все ногами топают, как бы. Основная задача это потопать ногами. О, здесь, кстати, не было этой станции. Вот с фрилансером, вот там корабль космический стоит. Его не было, насколько я помню. Здесь какое-то здание было. А может, вообще ничего не было. Вроде здание было. О, луна светится. Какая планета большая. Самый популярный, блин, магазин. Что-то двери сегодня глючит. Попугаи возмущаются. Запрыгивал к нему, да? Или больше нельзя? Что-то не запрыгивает. Аэросай. Стандартный аэросай. Что у него в руке? Бегунчик, попрыгунчик. Йоу. В воздухе так зависает в одном положении.
какую бы сторону ни прыгал, все время в одном положении. И я спрятался. А чё это? А куда чат пропал? Миссии нету. Как отсюда выйти? Ничего. Побежали. Даже не бегу в одном положении. Остается. Вот дверь открыта. И прям перед носом. Нос не прищемило. Ну-ка. Повернись, блин. Чё с этими дверьми не так? Такая просто разрубленная. Они медленно закрываются. Местами. Запрыгнуть. И прочитать. Супер Турбс. Красные двери. Пойти туда. Блин, не хочется бегать в эту. Тут грязно. Супер новая крутая игра и мусор везде накидан. Это, конечно, что-то, да. Посмотрите, какие мы, как мы умеем мусор раскидывать по локациям. Если я залезу, не, я снова вылезу. Ой. Не, я не буду в нее залезать. Не думаю, что там что-нибудь изменилось. Вылетает город. Get in zone. MESC. Searching in the streets. Terrified concern. О, а нет, показалось. Здесь, значит, скоро проходы будут. А машинки куда будут ездить? Что-то когда они так делают локации, или это просто такой тренировочный полигончик?
Так что я вернулся. Что здесь еще можно посмотреть? Вот, поедешь? Иди катайся. Иди катайся, сказал. Ну, покажи, как это со стороны выглядит. Что, за стекло разбито? Да нет. Пылив какой-то. Типа приколись, да? Иди катайся. Как сидится? Медитируешь? Удачи. Здесь они, по идее, взрываются, если их как-то доломать. Ну, если врезаться друг в друга, ну... Тогда можно в аптечку попасть. Ну, как-то... Я что-то последний раз врезался, что-то это не очень быстрая процедура, там надо постараться. Но это было в старых патчах, может, новых что-то поменяли, тут неизвестно. Проверять долго не хочется. Лучше побегаю здесь, посмотрю, может, что-нибудь найду. Интересно. Кстати, можно ускориться. Вон здесь на этот мостик можно подняться. Туда наверх нельзя. Там, если по кругу бегать. Там ничего нету. Там с обеих сторон закрыто. Вот, чё ты там бегаешь? Как-то квадратиком появляется. Бехринг. Бечеринг. Ну, появись. Исчезни и появись. О. Квадратиком. Так, ничего не работает. Не работает. Фонарик. Какая-то дверь. А, нет. Так просто. Дремо. Дремо. Слушай, классный прикинт. У меня первоначальный. Кипарик еще снять. Какой-то раздражительный. Только неизвестно, как его снимать. Так, здесь какая-то мусоросжигательная фабрика. Здесь можно забраться в угол и спрятаться. Типа крутой вид. Страшно. Еще и вздумайте, чуть-чуть чувачков не хватает им с разных сторон. И в рукопашную, против них. Что за лампочки? Блин, достаточно четко, блин, вот так вот. Подходишь, они как настоящие. Никакого. Никакой разницы нету.
Огонь, конечно, не очень. Ну, красиво, что он из разных мест не торчит. О, не горит. Ну, как бы сверху. О, эта штука была раньше закрыта, наверное. Вот этот ворота тоже опущены, как и те. Мусор. Так, у меня, я уже говорил, вроде у меня 560 было TI. Я на ней в этой игре только мусор мог разглядывать. Лазил здесь. Это, конечно, вообще весело занятие было. Боревич. Чё-то чат пропал. Вот куда он пропал? А, во. Появился. Опасный цех. Сколько это? 6 вроде может, максимально. Страшно хреновый танцор. Так, ну, здесь еще магазинчик. Так, а кепку можно продать? 200. Можно ее продать как-нибудь? Наверное, нет. Ничего не делается. Нафиг эта кепка.
Штанишки за 300. О, штанишки можно какие-нибудь синенькие. У меня какие? Или черные? Какие-нибудь посветлее или красные? И темно-красные не хочу. Возьмем вот эти вот. Вот эти? О! Надо было посветлее. Деньги больше тратить не буду. Кожаную курточку может присмотреть. Какую-нибудь светленькую. Такую вот. Здесь выбирать нельзя. Футболку. А что, больше ничего нельзя? Одну покупку в день? Чтобы больше деньги не тратились. Или надо сюда подойти и расплатиться с ней. Сколько тысяча? Ладно. Теперь бы еще от кепки избавиться. Ну да ладно, ты запрыгнул. Мы банда желтокепочников. Грозные воители космической... Что-то от меня отвернулся. Неловко себя почувствовал. Не хочет быть грозным воителем. Топота копыт, пыль по полу летит. А здесь еще не работает? Не работает. Офлайн. Только вот здесь прописано как-то. Офигеть, как криво. Вот другое дело. Вот такие полы были бы. А то, блин, какие-то как будто из куска железа, какой-то стали. Вот. У них где-то такие полы, интересно, вообще в этом. Где там американцы, ну там с европейцами вместе, ну как бы. Ну я имею в виду с евро... с еврозоной, с Евросоюзом. Короче, в Англии еще где-то производят, и в Германии. Ну... Кто знает. Ну и всех этих кепочки. Чё, тоже мало FPS?
Да, в пол смотреть кайф, а по сторонам не очень. Да. Вот так вот, да. Вот так вот. Ходи так, изучай лужу. Так. Медикал. Медицинская дверь чуть не угробила сходу. Что за интересный показатель такой вот прямо над головой? Ох уж это будущее. Столик какой-то. Бля, вот такой телек хочу себе. Ну не так высоко повесить, пониже, чтобы он так ровно висел. В комнате так. И лежишь так на диване, и вообще кайф. На кровати. И фильмы чисто как кино. Сколько интересно дерьмо здесь. Наверное, 70. Около 70. 70 я не потяну. Планирую себе 55 дюймов покупать. Ой, опять экранчик какой-то. Все запихано экраны. Вот. В переулке где-то подошел. Такой телек свистнул. Дома у себя повесил. Наверное, они уже в этом. В их времени это совсем бесценно. Ну, за даром эти телевизоры клепают. Странно, что они вообще как телевизоры выглядят, а не как какая-нибудь там маленькие там ручка типа выдает голограмму такую на весь этот на все стены сразу разом. А это отсюда я вышел. Этот переулок остался последним. И все. И везде побывал. Разведку прошел. В общем, такой вот социальный модуль, так и понимаю. Как-то его так называют, где-то я слышал. В плане, что здесь ничего нельзя делать. Ну, походить можно, потанцевать, как бы так. Полюбоваться пейзажем. Не, вот на эту штуку хочу в 4К посмотреть. Блин, вообще хочу. Не могу дождаться 4К телевизора, чтобы сюда зайти и посмотреть на эту штуку в 4К. Наверняка так круто будет смотреться. Хотя она и даже Full HD неплохо смотрится. Как-то она раньше по-другому немного светилась. Вот эти вот краски по кругу были ярче. Теперь у нее как-то изнутри более светится. Ну вот этот снизу огонек какой-то яркий. Три. Ария 18.
блин. Эвенджер. Интересно, ее на русский язык переведут потом? Еще было бы классно, если бы на русский язык перевели. То английский я не очень шарю. Ну что-то знаешь, что-то, ну как бы. Можно сказать, лет 6 уже как не общался вообще ни капельки на английском языке. Все на русском, да, на русском. Да теперь YouTube здесь все проще стало, все на русском языке, везде все, блин, разложат, по полочкам в рот положат. И разжуют, как говорится. Видосик врубил, сидишь, смотришь. Раньше надо было все лазить, сайты, выискивать каждое слово там. Конечно, переводить было не обязательно, можно было просто как бы последовательность кнопок запоминать. Ну, как-то было бы немножко по-другому, попроще. Ну, посложнее даже. Можно бы попроще в том плане, что не было столько, как бы, мозговой нагрузки, как бы. Здесь каждый раз что-то разное, как бы. Какой-то вот, ну, если кто-то говорит, надо пытаться понять его, как бы. Ну, почему он так говорит и так далее. И, как бы, зачастую не хочешь понимать и пропускаешь, как бы, большинство информации. А когда писали, тогда ты как бы таким вопросом меня озадачивался. Думал, как куда щелкнуть, и все, чтобы картинка дальше куда-то двигалась. Прыг-прыг-прыг-прыг. Ну, ясно. Не, прикольно. Вот смотрю, как бы вообще радостно. Как было раньше, мне кажется, они, мне кажется, доработали немножко. Или вот этот 12-й директ, что ли, заработал. Я точно не понимаю. Такую информацию не владею, но как бы что-то слышал, что они хотят на него, ну как бы ориентируются, что на него будут запускать. Может, они уже запустили на 12-й директ, чтобы, ну, уже иметь, как бы, попробовать, испытать и прочувствовать, понять все ошибки, которые, ну, возможно, и будут или появятся. Ну, которые можно будет ожидать. То есть не рискует, как бы, в последний момент переходить на него, а сразу, наверное, переходит. Потому что картинка такая вот, как бы, туманная немножко. Вот всякие отблески, вот света. Вот убрал свет, вот так светится, и как бы, и уже угол как бы не видно, где заканчивается. Раньше вроде такого не было. Ну, ясно. До свидания.